Анне и по сей день актуальны среди детей. Интересно, все ли в них так же безопасно, как красиво? Уточка – лидер среди резиновых игрушек для ванны в детских магазинах. Их популярность значительно увеличилась более 15 лет назад, когда по миру распространился слух, что у королевы Елизаветы II тоже есть резиновая уточка в ванне. Самой игрушке уже более 200 лет, и популярность ее до сих пор не падает, чего нельзя сказать о качестве. Чем ярче игрушка, тем она опаснее. Нужно проверять, чтобы не пачкали руки, чтобы не было специфического химического такого запаха и кислотного цвета. И по поводу отверстия, которое идет под игрушками. Его лучше заклеивать, либо очень тщательно промывать, потому что при длительном контакте, то есть там скапливаются бактерии и плесень. Ни одно купание не обходится у нас без уточек. Мы когда идем купаться, Амелия сразу же их берет. Раз в неделю нужно их обрабатывать в растворе уксуса на 10-15 минут. И купание ребенка интересное и безопасное. Некоторые заклеивают эти дырочки. Ну, нам больше нравится, когда игрушка создает звук. В мире существуют даже гонки с участием резиновых уточек, в заплыве которых ежегодно участвуют более 100 тысяч уток. У нынешних детей большая любовь к ним, у мам и бабушек приятная ностальгия. Мы провели опрос и выяснили, что эта игрушка была практически у каждого в детстве. С резиновыми уточками, с мячами совсем плавали. Плавали обязательно с резиновыми уточками. И детки плавали. Я всегда плаваю. Плавала я с резиновыми уточками, вообще игрушками. И, конечно, ребенку покупаю. Ей очень нравится, интересно. Она перебирает, играет, ловит их. Детям покупаем обязательно. Они любят. Покупайте, но правильно ухаживайте за ними. Нужно покупать лучшие игрушки российского производства, потому что практически 70% это Китай, которые яркие, красивые, но небезопасные для ребенка. Теперь мы знаем, каких уточек брать не стоит, а с какими можно продолжать устраивать детям водные процедуры. Уход за ними требует не меньше времени, чем за живыми. Впрочем, чего только не сделаешь ради любимых чад.